Всем привет, ребят, с вами Виталий Зеленый. Мы сейчас с пацанами собрались и летим копать на металлоискатель. Но мы до такой степени летим, Запорожец нифига не хочет ехать. Нам ехать километров 20, осталось уже совсем чуть-чуть. Но мы всю дорогу едем вот так, 20 километров в час. Что ты скажешь? Я быстрее бегаю. Ваня говорит, я быстрее бегаю. Не, ну вообще, по сути, да. Ну да, мы вот реально едем вот так вот, 20 км в час. Взяли с собой самовар, там он на углях, приготовим сегодня чай вкусный. Впереди едет Саня с сыном, у него металлоискатель, он в этом всем профессионал, он нас ведет. Ну, зато Запорожец нам сделал такую своеобразную экскурсию. Блин, очень нереально сложно сейчас снимать, не дождешься, дует ветер всю неделю. Каждый день хотел вот так вот вылезти снимать, но уже думаю, пофиг. Ветер и ветер, уже вылез, да. Вон Саня что-то показывает, что там? Село увидел, наверное. Бордюра. Бордюра. Сань, класс! Саня, бордюр. Короче, едем в старое село, там, где и войны были, и немцы, и что только там не было. Саня говорит, там кучу монет находил. Что мы сегодня найдем, не знаю, но... Круто проведем время в любом случае, если даже ничего не найдем. Самовар, чай и природа. И Запорожец, который не... Самовар это типа как со своей девушкой выехал. Самовар. Ну короче, я же говорю. У меня два самовара. Валик, у тебя есть самовар? Валик не выводит. Ладно, я надеюсь, мы сегодня еще доедем. Уже начинается село. Магазин интересный. Короче, экскурсия такая. Да, все, ладно. Будем стараться доехать сегодня. Вот так вот всю дорогу, я вам говорю, километров 15. Так, приехали мы наконец-то в село. Ехали где-то час. Это погреб. Это погреб был, да. Вот уже ищем места красивые. Погреб затопленный. Не упади. Кинуть что-то надо. Можно раков подрать. Раков подрать. Валик, давай с раком лови. А? Глянь туда ниже, опустись. Давай, сейчас уйду. Блин, зря я фонарик не взял. А что там? Вау, реально. Интересно было бы там что-то поискать, согласитесь. Что ты делаешь? А на улице ветрюган страшенный. Ну что, скажи, давай приступать искать. Домам больше 100 лет. Домам больше 100 лет здесь, Саня говорит. Вот село, вот это все село, там колодец есть, вот это все село. Ну тут уже поразбирали, там он дома виднеются, там. Ну что, давай включаться и металлоискатить. Погнали. Жужу там с мотоциклом оставили, он виднеется. Я надеюсь, меня нормально слышно, ветер капец какой дует. Я же говорю, всю неделю, когда эти уже ветра прекратятся. Ветер это самый большой враг для блогера. Вот так вот. Ну что, с чего начнем? Погнали наши городские. Тут мотор у нас. А зачем мы второй мотор взяли в багажник? Что там? Зачем мы второй, что ты сказал? Я говорю, зачем второй мотор взяли? Полная? Вот этот мотор второй. Воу! Самовар. Вань, тут надо было. Тут меня не выбросил, она там и лежала. Вот уже металлоискатель достается. Сейчас у нас будет начинаться контент. Вы просто посмотрите на это. Какие старые дома. С глины. Полностью. Мы только что с Ваней орали. Это что-то глину месил сколько. Не повезло, да? Ну что, уже настройка. У нас два металлоискателя. Так что вероятность того, что мы найдем, повышается, так сказать, да? Ну да, находки должны быть по-любому. Место старое. Я хочу, ребят, что вам сказать. У Сани есть канал, я ссылку оставлю в описании. У него там чисто прокопы. Он там классные дофига находки, чего находит. Раритетные находки, кто кайфует от этого. Вы знаете, куда нажимать, вот там все. Заходим, нажимаем и кайфуем вместе с Саньком. О, все. И прямо тут сейчас вот что-то найдем. А ну. Так, надо этот самый, надо было. Глянь, сколько. Все, есть? Копай. Копай, Валик. Бери лопату. Прямо тут, блядь. Прямо тут? Да. Так, если что. Подожди, это, наверное, пробка. Вот кто-то копал, видишь, яма. Ага.
Там уже вот и ты и копал. Сверху. Ты же говоришь, тут не первый раз уже, да, Сань? Сверху. А ну давай лопату. И тут сразу. Что-то подозрительно. Может это запорожец просто реагирует. А ну, Сань. Давай. Копни. Мне кажется, что это кто-то пробку выкинул или проволок. Думаешь? Давно. Какую пробку? Ну какую-то. Выкопали с ямы. Да, вот она. Где? Она тут же. Пробка? Да, вот раз выпало, значит. А где? Покажи, чтобы зрителю. Сейчас. Вдруг мы обманываем. Вдруг там монета, мы сейчас не покажем. О! Нет. Палки шумят? Не, вот тут что-то шумит все равно. Палки, вы и палки шумят. Да не, какая-то ерунда сверху тут. Ну давай еще попробуем. Да надо ж выкопать, а вдруг там монета золотая. А, вот. Что там, что там? Да, нет, то там, вот тут что-то. Земля пахла. Нет, вот тут, прикинь, что-то в земле, я думал, что... О, что-то, о! О, что-то есть, да. Металл? Нет, что-то есть, да, здоровое. Сейчас я... Так прям на месте, слушай. Бля, прикинь, прямо на месте, ага. Колосный. Убегаем! А ну стоп, Валя. Здоровая что-то? Да, ну здесь, бля, оно в земле, что здоровое. Давай посмотрим. Ой, стой, подожди, вот это забери. Бахилы? Спрячь бахилы. Мы не набрасываем мусорник. Пропагандируем только чистоту. Бля, здесь надо рыть. Давай, Валя, хоть поработай. На карантине. О, гляньте, ложка. Нашел? Папа, ложка. Ложка? А, вот, значит, это ложка и была. Все. Это ложка и была. Прикольно, ложка. Старая. Ну такая. Ну, уже, слушай, так это мы даже не отходя от этого, Саня. Это не СССР, это СССРовский хрюм, только это очень старая ложка. Да ну да, смотрите, она аж прогнила. Да, ложка. Ложка, прикинь. Так это прям не отходя, так сказать, от кассы. Он стоит жужа, вот мотоцикл стоит. Потому и что дома. Прям здесь, да, дома рядом. Там, где люди жили, там. Да, там, где. Туда. Ну я же говорю, где люди жили, и тут сейчас находок, я думаю, нормально будет. Прям не отходя, сразу хоп, и нашли. Так что. Ну, так ты со столовой, похоже. Ой, ладно, будем сейчас искать, если что-то серьезно будем находить, будем включаться. Так, я взял сейчас металлоискатель, тоже хочу попробовать поискать. А я взял 100 грамм. А Ваня говорит, я нашел, что искал. Пошел там в дом, я думал, ты пописать, а ты искал, да? А что ты говоришь, этот погреб там нашел? Ну да, там сухой, без воды есть погреб. Сухой, без воды, прорубь, хотел сказать. Он влажный, но он без воды. Ну, короче, можно зайти туда, да, что-то посмотреть, ну, да. Там. Там погреб без воды, можно будет зайти. Там закрывашка сейчас там. Закрывашка? Ну, закупорка. А попробовал бы консерву? А, ну, саму консерву? Да. Ну, типа, в тушенку? Банку. Ну, да. Я попробовал. Ну, а так, что в банке нет. Короче, я решил попробовать, ну, я не особо шарю, но буду пытаться. Дует, конечно, сильнейший ветер. Саня говорит, что деревне это и 300 лет, плюс-минус. Больше 300? Ну, почти 400. Дома, извиняюсь, сами шарите, дома глиняные. Так что... Глина и камень. Ну, короче, я говорю, тут везде деревня. Блин, дико извиняюсь за ветер, буду орать, но что делать? Я знаю, что вы ждете видос, а ветра такие не дают просто снимать. Это сколько раз с Саней переносили, давно хотим снять видео, поискать что-то интересное, он много чего находит. Дофига уже раз переносили, то что невозможно, ветер сильнейший. Сейчас же Пасха. А? Паска. Паска. Вот могилка, наверное, 100 грамм налил. Могилка 100 грамм. Ты налил или наплевал? Не, налил. Ты бы ж было. А ну покажи. Ну это шутка. Не, мы, это шутка, если что. Старовинная, да? Это типа пивная или? Там че пиво есть. Ты прах че. Мать, что за чернота пошла? Так, ладно. А ты этот, Вань, можно лопату просто взять и, знаешь, так, просто ходи, ходи и копай. Мы уже ходим больше часа. Вот Валик поймал хороший сигнал. Сейчас проверяем, что там. В куске или еще там, в глубине? Не, вот. И что там? Фигня какая-то? Так, пришли мы до старого погреба. Аккуратненько. Ой, тут прохладно. Он маленький, да?
Ну, такое. А ну-ка. Валик, с металлоискателем залазь. Вау. Матово. Слушай, тут прохладно, так прикольно. У меня посыпется там. Не, нормально. Шо ты? Жопой сдает назад. Не сдал я. О, ты вот это. Жить можно. Да. Помнишь первое видео? Бункер. Похоже. Валик, аккуратно с металлоискателем. Ваня, ну возьми, поищи. Зачем с металлоискателем? Гранат я могу лбом поискать. Валик карабкается, смотрите. Нашел какую-то штуку. Какую? Вот какая-то. Короче, сейчас мы найдем что-то. Давай, Ваня. Пеп-пеп-пеп. Слышь, ты грязный. Ай, блин, головой херанулся. Может, что есть. А где? А ну, копай. Валик, лопату быстрее. Серьезно, что-то есть. Надо сюда бомбить. Бомбы надо сюда. А ну. Тю. Сигнал нашли. Ну, будильник, походу, надо вылазить. Стоп. Ваня, ну покажи, где ты нашел. Тут? Лопату убери. Ага. Пейп. О. Перестало. Да не. А, стой, кроссовки. Все, вылазим, нас надурили. Так, мы идем. Пытаемся искать, а Ваня просто там, где перепахано, нашел подкову на удачу. Да. Капец, повезло. Заберу. Домой заберет, повесит, и все нормас. Не, ну реально, вот так просто и шел. Я тоже нашел. Это что? Не знаю. Плитка. Просто на. Давай, на металл сдам. Валик! Фух, я устал. Просто нужно, оно как грибы, Саня говорит, надо найти вот так вот место, и оно пойдет. Там, где побогаче дом или что-то еще. Как-то так. Так, ребят, пока по находкам, что у нас? Немецкая пуговица, да, есть? Из вермахтового кителя немецкая. Только что понаходили. Это пуля, да? Гильза? Это пуля. Это гильза с маузера тоже немецкая. Тут немцы стояли в селе. Очень много было. Как раз вот возле, там, возле да, хат. Там, да, они что-то и жили. Видели по фильмам, по документальным? Да, да, да. Вот то молоко, самогон, все фигачили здесь. Воевали. Да, все, окружали. Да, полностью все это. Ну это я, да, я только это знаю, Ваня подсказывает. О, что это, тюбик, вот глянь. Тюбик, вот тут пошло, кстати, тюбик. Тюбик, кстати, немецкий, ты видишь? Гля. Ой, гля, еще тут что-то есть, наверное, вторая. Паста зубная, тюбик, это ж, а что это? Гля. Тюбик, паста ты, зубная. Глянь, что это, гля, что это, а ну. Что это такое? Да. Граната, ну его нафиг! Вытягивайте! Ваня! Вытягивайте, это труба обычная. Вытягивайте. Труба? Да, тут труба. Да нихера себе! Ух ты, глянь, класс! О, обрез, глянь. Обрез ружья, гля. Какого-то. Интересно. А какого шаришься? Не-а, а тут он сильно сгнил. Какого-то. Обрез, да? Да, 100%. Глянь, обрез. Наш или немецкий? Не знаю даже. Прикольный. Может, немецкий. Глянь. Нифига себе, смотрите. Настоящий обрез. Может, твой? Твой? Да. Может, мой? Я перенесся. Я перенесся с того времени. Я про обрез. Слушай, нифига себе. Да, обрез, конечно, прикольный. Все, сверху лежал еще? Ну, он, труба вот так вот торчала. Хоп-хоп дальше. Я сидел, не видел. Так слушай, курок даже сохранился, я тебе скажу. Курок даже и да, сохранился. Так а как он работал? Тут, стоп, механизм. А ну смотри. Вот курок идет, да? Вот а как что он приржавел? Вот затвор. 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 Затвор тут был, да? Да он валяется во дворе. Вот покажи, дом, а вот двор. Вот дом, да, вот получается валялся. Дом. Детвора тягала, наверное. Да, детвора. У детей такие игрушки были, да? Не, ну они ж могли найти. Слушай, Ваня, настоящее оружие в руках где-то? Пуля стояли, тут немцы кругом стояли. Пуля. Бля, пуля. Откуда? Глянь, а что, пуля в этом, глянь, прикинь. Так, ребята, потеря потерь. Сразу ветер так нервирует. У меня батарея севшая. Ау! Что там? Севшая батарея и не получается все-все-все снимать. Обидно. Форматировал флешку. Так, тихо. Что там? Саня, шутишь и что? Ящик с сокровищами. Где? А, ты смотри, пулемет. Глянь, ящик с сокровищами. Ну что? А ну. Глянь, под кирпичом он почти. Фух.
Только быстрее не терпится. Да сейчас, подожди. Ой, я понял, что это. Сейчас, что? Наверное, кусок. Слышишь? Кусок, наверное. Понял. Ух ты. Ух ты. Граната. Такая граната. Бля. А, патроны. Ящик с пулемета, глянь, с Максима. Глянь, не бегайся. Патроны были, глянь, пулеметная лента. Давайте пошукаем, может лента где-то есть. Пулемет. А может патроны даже где-то глянь, есть. Класс, простреляны. Вот смотри, это уже глянь, класс, ребят, смотрите, реально. Глянь, простреляны, дыви. Заряды сейчас. Так, заряди. Глянь, смотри, простреляны насквозь. Вот, реально. Два, и вот смотри, все отверстия выходные. Раз, два и три. И вот они. Раз, так реально, два, слушай. Реально он, простреляны. Давай глянь, представим, это покажи, он лежал. Покажи внутри. Вот тут лежала пулеметная лента с Максимом. Ага. Ну, все знают. Находил уже такие? Ящики нет, это я первый раз. Но я видел просто в интернете. Вот я первый раз. Первый раз такой еще, да. Это вот прикинь, Вань, он лежал. Обалденный, обалденный. Где? Юрий Гагарин, канал. Глянь, да, глянь. Нихера себе. Работает, прикинь. Но она не до конца, но вот, глянь, прикинь, даже закрывается. Так это получается вот возле дома. А это наше интересно. Это на чердаке, это наше с Максима. Максима. А, тю, блин, туплю. Короче, просто вдумайтесь, где-то в окопе он лежал, была стрельба, прострелила его. Капец жестко. Тут на вылет пули попроходили. Тут осколок может быть. Это все история. Вы проникаетесь? Я просто охеревший. Мне надо каску. Каску найти, да? И вообще полный комплект. На, воюй! Побежал! Надо с ним воевать. Вот так просто бить. Опасный. Блин, все, выключаю батарею, надо экономить. Так, ребята, у нас сейчас перерыв, чайпитие, нужно подкрепиться. Саня там сальцо взял, я сахар, печенье. Смотрите, какие Валик взял чашки. Это с поезда. С поездов. С погреба. С погреба. А это только что мы нашли. Да. Пол. Вот рюмка, что я настал. Мыло на больше хазан. Короче, прикиньте, сейчас будем пить чай с самовара. На углях. Настоящего дровяного самого. Саня шишки взял. Это выглядит подозрительно. Не, на самом деле, вот чаек заварной. А шишки это для чего нужны? Объясни. Это шишки нужны для того, чтобы дым, запах дыма был. Короче, чтобы чай был вкуснее. Ой-ой-ой, я такого никогда не пробовал. Ты что? Самовар, смотрите, на огне. Каждая щепочка загорается, а эту первую зажгли, ту кидаем. У тебя все подготовлено, да? Да, смотри, первую зажигаем. Первую а воды залить? Ты ж воды не залил. Ой, давай быстрее. О, ты что? Так, что, ребят, будем вспоминать старые времена. Камера села на ухналь. Мы тут чай пьем. Покажи, самоварчик. Как такое можно прокакать? А вдруг еще что-то найдем? Блин, ну за тряску простите. Чуть-чуть эффект, подстава. Эффект телефона. Подстава эффект, немного, да. Эффект телефона. Села камера. Так, давай еще чуть дольем. Такую красоту дольем. Нельзя прокакивать. Блин, давно на телефон не снимал. Там уже сверху. И он же со вкусом будет красота, да? Он будет со вкусом елочки, так пахнет. Со вкусом елочки. Тут шишки у нас, дай покажу. Шишки туда еще побросаем. В воду или сюда? Не-не-не. А куда шишки? Закрываем. Ага. Все. И ставим трубу самоварную. Так а шишки куда? А шишки потом, когда прогорит. Мне же интересно, куда прогорит. Шишки. Вставляем, смотри, трубу поставляем. Ага. Смотри, отсюда уже огонь идет. Дым, отсюда... дым. Не-не-не, смотри, аккуратно, Валик. Смотри, там огонь. Огонь именно отсюда. Нифига себе. Отсюда огонь шпит. Круто. Вот это сейчас чайку попьем на природке. Подкрепились мы. Валик, он... Хлеб, горчица ест, печет. Все, видно. Красный. Что там, Валик? Красный окрак. А? Ты видел? Собачки сидят. Как это даже делал, скажи? Вот так горчицу напихачил. Ой, красота. Сейчас будет чаек. Перекусили немного, подкрепились. Мажорчики будем сейчас есть. Это под чай. Мажорчик. Горчицей помашь это. Мажор. Закипел наш чаек. А ну, Саня, покажи. Красавец. А запах, дымком, слушай. Обалдеть просто, глянь. На шишках. На еловых шишках. Вау. Ну это как раз будет кефир, пол чайника, смотри, мы даже не сможем. Кефирнем? Не надо. Не надо? Ваня, где твоя большая чашка? Тут наливать. Вань, тут чаек, тут все нормально. Ты же там на корону его положил. Так подожди, а как... Да. Все остальное показываю вот так дальше. А ну давай. Ставим корону. Сверху. Ага. Глушилочку, чтобы уже не топилось. Ага. Глушилка и сверху. Вот красота. Та ты что?
нагревается. Балдеж. Это вода драгоценная, она реально пропахлась костром, дымком, шишками. Блин, смешно, это же шишки звучат. О, вкусный, да? Классный чай, Ваня. Прозрачный. Крутезный, да? А пахнет як? Пахнет обалденно. Гляньте, это самое, гляньте, вращается чайничек у нас, гляньте, какой. Ну что, мне на руку капнуло. Все, пошел чаек. О, мне покрепче. Из обычного чая. Да ты что, Сань, покрепче. Можешь покрепче прям. Да? Да, я покрепче люблю. Не, ну ты добавь, тут сильно крепкий, реально крепкий. Крепкий, да? Да. Знаете, что? Это сахарок. Чефирчик. Чефирнем. Немножечко сейчас. Вот это откись, ребят, белые, я понимаю, на природе вот так оттенок. Вот. А и чаек воду самовара, можно? Я вам говорю, это ты что, такая красота. А ложечки нету? А ложечки нету, Сань? Блин. А, ложка есть, подожди. А, есть. Вот это еще какая? Что выкопали? Что выкопали? Там такая ложка классная. Нет, вот это есть ложка у нас, ложка у нас нашлась. Есть ложка и вилка, смотрите. Она вилка нам не надо. Советский мультитул. Не, ну может, сто вилкой любит колотить. Понимаешь, дело в том, что смотри, он разбирается. Может, кто ножом любит колотить, он ножик натянул. О, вышел. Короче, ножом колотить, Ваня. Так, сейчас, ты, Валик, вилкой колоти. А ты, Виталий, на что? А я сахар. А я сахар. А я штопором. Я сахар положу, что я колочу. А ты сахар не положу. Я вилкой набираю. Сахар. Вилкой набираю сахар, да. Шутки за 300. Ну, Алик. Дивин. Берите он эти. Ну что, будем пробовать чаек. А, вкусный. Наливай. Реально, попробуй. Не сладкий? Сладкий очень. Ой, а ты что мне... Ты мне подсыпал? А что это? А сколько ты мне подсыпал? Полнолуние. Он сладючий, Ваня. Вкусный, Ваня. Не, ну я... сладючий. Надо было соль подсыпать. Ну не пряник, ты ешь, ладно. Тогда дофига. Не, мне сначала я пивнул сладючий, но вкусный. Зараза, Ваня мне полложку сахара подсыпал. Ну все, будем чаевать. За вас. Ну что, подкрепились, продолжаем дальше. Ходить копать. Там Валик уже с Саней что-то нашли, проверяют. Блин, в телефон даже ветер, мне кажется, меньше задувает. Я так проверил. В камеру прям сильно бьет. Вон, видите, на фоне Саня пикает, ходит. Ну что, во дворах, можно какую-то монету найти, что-то интересное. Но сегодня у нас пока без монет. Там пуговички немецкие и что там еще? Немецкая пуговичка одна там с этого, с царского мундира. Ну, царского, короче, ну короче, что-то есть. Ерунда, короче. Ну и, блин, самое главное, самое главное пистолет, да. И этот, и вот та штука, как обрез называется? И этот, обрез и кейс. И кейс. С пулеметной ленты. С пулеметной ленты. Я все повторил за Саней. Ой, все, сюда выходишь, сразу ветрюган дует. Оттуда. Да, да. И просто вдумайтесь, тут везде деревня была, везде. Село такое огромное. Лазим, гуляем. Тут, ребят, столько погребов. Это ж раньше в селах, ну вот, раньше ж холодильников не было, там, 200-300 лет назад. И погреба везде были, погреба, и, ну, там хранились продукты, ну, чтобы не пропадали. Вот. И ходим, гуляем, столько погребов находим. Валик, он ходит, ищет. Вау! Саня что-то нашел, пошли. Металл кричит, или что? Что это? Да прикольно, почему? Анализы сдавать. Че? Что? Ого! Саня монеты нашел. Ваня, Саня монеты нашел. Дорогие. Ваня, сразу вопрос. Дорогие монеты. Бежим по такому. Выговорившему. Ноги проткнуть. Ноги проткнуть можно, да, очень больно. Майорская. Так прикинь, возле колодца, вот возле колодца. Колодец рядом находится. Смотри, а ну. Вот палка, смотри. Палка, ага. 2,5 метра. Смотри. Показывай, да. Нифига себе. Глянь. И там еще капки, бля, капки. И жмур. Глянь. А жмурика вода, нету. Глянь, светлая, глянь, вода. Пошли склад делать, давай. Вань, монету не пускай. Встань где-то. Красота. Понимаю, хорошо, прям я. Пилот написал. А, в натуре, блин. 1912. Я не знаю, год видно. 912. Вот, смотри, глянь. Вот они. 800, да? Да. Больше 200 лет.
А ну, блин, оно не фокусирует. 800. Смотри. 800. Ой-ой-ой. У меня уже телефон садится, ребят. Я надеюсь, я там нормально нас снимал. У нас тут клад. Мы еще отсюда уезжать не будем, но с вами я уже буду прощаться. Еще монета? Я уже прощаюсь, уже телефон садится. Круче. Что я вам скажу? Ой, Ваня, чуть не ударил. Что я вам скажу? Это находка. У тебя выпало сейчас это. Выпало? Смотрите, кольцо. Вот, это что, красота? Кольцо, еще. Да, еще одно кольцо. Еще одно кольцо. Обалдеть, бля, здорово. А я с вами прощаться собирался. Бля, еще в пачке есть. А ну позвини, позвини. Позвини, еще в пачке. Фу, вот это да. Смотрите, колодец и рядом тут тупо он. Суета. Смотри, еще монета. Смотри, ось в пачке торчит. Вытягивай, вытягивай. Вытягивай. А ну давай еще, подожди, вот тут пробуй. У меня аж руки затряслись. Фу, блин, ну все, реально клад. У меня уже садится телефон, ребят, буду с вами прощаться. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Если нравятся такие видео, подписывайтесь на Саню. Подписывайтесь на наш инстаграм и ссылки в описании. Ну, если что, фотку ставлю, не знаю. В общем, да, телефон садится, камера тоже севшая, чтоб не думали, что я там обманываю. Вот она включается. И там... Вот, если видно. Батареи нету, все. Все, ребят, до новых видео, до новых встреч, с вас большой палец вверх, а мы еще будем продолжать искать. Солнышко садится, но до темноты еще долго. Все, всем пока-пока.